I'm looking for you with Haitians. I stay smoking on good Jamaican. I fuck bitches from different races. You get money, they started hating. Turn up! I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Подводя черту 2015 года, хочется отметить следующее. Если раньше у нас лучшие команды, они находились в Москве, которые занимали призовые места по итогам года, выступая в финалах, распределяя первое, второе, третье место, то этот год показал, что у нас в финале московских команд было всего лишь две. То есть это говорит о том, что уровень региональных команд, он здорово вырос. То, что говорит о чемпионате по распределению мест, на первое место московская команда «Рештон», второе место «Таркасали», «Полярные медведи», третье место заняла команда из «Перми Файтер», то есть титулованная, одна из титулующих команд вообще российских. Четвертое место заняла команда «Ярославский диверсант», тоже команда, которая выступает постоянно в высшем дивизионе. Конкуренция была довольно-таки большая. Вот это говорит уже о том, что весь подиум, он как бы представляет все регионы России. В регионах вырос уровень пинбола, уровень подготовки игроков. Команды очень серьезно подходят к подготовке и к сезону, и к финальным соревнованиям. Самое главное то, что в регионах создались базы, на которых как бы ребята тренируются. Новые соревнования появляются. Кубок Прошары, который охватывает, он сейчас является одним из самых массовых соревнований, которые проводятся на территории Российской Федерации. Вот. Многие команды, они приходят в спорт через такие как бы лиги массовые. Произошла максимальная унификация всех регламентов соревнований, проходимых на территории страны, с правилами по виду спорта. И сейчас можно сказать, что все играют по одним правилам, по одним стандартам. Вот. Ребята их изучили в этом году. Вот. Ну, можно сказать, рост определенно произошел. Как негативную составляющую там итогов этого года, могу сказать следующее. То, что та ситуация экономическая, которая в стране сейчас происходит, конечно, она влияет на возможности команд и в плане организации тренировочного процесса и выступлений на соревнованиях. Все сложнее ребятам становится выезжать на какие-то дальние соревнования, ну и поэтому как бы они принимают большее участие в локальных турнирах, в субъектах федерации, там, в федеральных округах. В этом году много
планов, которые были в 2014 предыдущем году, они были реализованы. В рамках проведения Кубка Москвы более серьезное внимание было уделено медийной части, то есть освещению, информационной поддержке соревнований. С партнерами серии Кубка Москвы, медиагруппы Headshot, была проделана работа по реализации HD-трансляции непосредственно соревнований. Как во всех взрослых видах спорта, конечно, нас не показывают по центральным каналам телевидения. Тем не менее, та работа, которая была проведена в течение года, она дает уверенность в том, что мы сейчас готовы и на большие взрослые каналы отдавать материал с наших соревнований. Помимо всего этого, реализован такой очень важный проект, это онлайн-интервьюирование тренеров, спортсменов, которым можно задать вопросы, они на эти вопросы отвечают, они делятся своими впечатлениями от соревнований, в которых они принимают участие, о своих планах, плюс еще информационная поддержка в плане информирования спортсменов, команд о предстоящих соревнованиях, о том, что их ждет на этих соревнованиях, и, соответственно, уже по завершению соревнований она стала как бы шире. На партнерском сайте всегда присутствует довольно-таки такой емкий, обширный фотоотчет о прошедших соревнованиях. В следующем году будет изменена система проведения чемпионатов мира. Об этом уже заявила и Международная федерация. Будет изменена система проведения чемпионата России. В планах есть проведение чемпионата России как отдельного соревнования. Будет расширена возможность выхода в финальную часть соревнований команд-победителей и призеров чемпионатов федеральных округов.